А вдруг наступит такой момент, что не нужен? Что тогда будет происходить со Стасом Михайловым? Вот не нужен, все, никто не идет на концерт, ни одного человека. Что будет? Спасибо тебе, добрый человек. Нет, ну такой вопрос может быть. Ну, ты знаешь что? Есть, опять же, такое для меня понимание, что когда я начал в этой истории свои шаги, я очень, так сказать, коротко подтягивал одеяло на ноги. Мне это ощущение знакомо, поэтому страха перед этим нет. Я не знаю, что я ощущать буду, если такое произойдет. Но я также сказал один тоже из важных факторов для меня, чтобы, дай бог, это состояние не наступило как можно дольше, чтобы вот это ощущение нужности было всегда. Поскольку для любого человека, который поет, живет, для артиста, актера, он человек-донор, он себя отдает. Поэтому здесь он о себе мало, наверное, думает. Поэтому очень много судеб людей, наших актеров, которые канули в небытие, ушли, не совсем приметная там жизнь у них под конец их творческого пути была. Я не хочу себя выявить в этой роли. Не знаю, но есть же, вы понимаете, такое выражение. Мы предполагаем, а Бог располагает. Опять же Бог. Да, поэтому, чтобы этого не произошло, я думаю, надо жить, уповая на Бога, молиться, идти вперед, петь честно, петь, быть нужным, именно быть нужным то, что зависит от тебя. И все получится. Опять лозунг.